Дипломатические отношения между Россией и Лихтенштейном были установлены в 1994 году с легкой руки нашего земляка Виктора Черномырдина. Несмотря на то, что официальную делегацию из этого маленького европейского государства Оренбуржье встречает впервые, культурные, творческие и дружеские связи между сторонами можно считать налаженными. В настоящий момент, когда наши филателисты приобщаются к истории Лихтенштейна, а эта коллекция есть энциклопедия в миниатюре, отражающая историю государства, иностранные партнеры любуются нашими оренбургскими пуховыми платками. Я хотел бы высказать свою благодарность посольству России в Швейцарии, консулу Константину, который является нашим большим другом, который помогал все это осуществить. И эти три дня, вот, которые мы там были, это был... Он сделал все, чтобы все это прошло на высочайшем уровне. Он сделал так, что мы даже побывали и в Лихтенштейне. Сегодня почтовые марки в большей мере востребованы не для почтовых отправлений, а для пополнения частных коллекций филателистов. В экспозиции представлены марки 20-21 века из разных серий. Старинные ремесла, штемпельные марки, Рождество, монеты и медали, технические инновации. Почтовые марки самого маленького государства в Центральной Европе отличаются очень высоким графическим и полиграфическим уровнем. Конечно, наша дополнительная радость заключается в том, что именно в этот день мы можем вам показать выставку, которая действительно рассказывает в миниатюрном изображении о истории нашей страны. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня.